статус памятнику. Да, статус памятника, это конкретно этот, как он называется? Объект культурного наследия. Да, совершенно верно, совершенно верно. Здесь была табличка, вот здесь была табличка, ее утащил наш сосед по пьянке, на даче себе повесил. Все ходят и не знают, что это памятник. Сестры Ленина это, в 10-11 годах жили бы там. Никто этого не знает, конечно. Вы видите, все рушится. Ой, вот, слева. Пожалуйста, вот все мокрая рушится. Стена, здесь все рушится. Там уже столбы вот так вот бугром пошли. Они через минуту, две, час могут все рухнуть. Дальше. Конечно, центр города. Пожалуйста, вот снимайте кирпичи, вываливается. Стены, вы видите, все мокрые. Стены пошли пупком. Что здесь происходит? Железа нет на крыше. Вы посмотрите, какие огромные щели. Вода вся льется. То, что дом разрушается, это крыша, а не кто-то что-то в чем-то виноват. Кирпич старый, труха, просто пыль. Балки, там, если подниметесь на чердак, посмотрите, они еще, я говорю, во время революции, они все сгнили. Обидно за отечество. Крыша тоже гнилая, аккуратно. У вас тут работы какие-то проводились? Да, снимали снег с крыши. Это зимой? Прошлый год. И у нас стала течь крыша еще больше. До этого текла. Мы тазики поставляли, как дождик, тазики. Вот мы здесь, в этом самом, вот наше здесь место расположения квартиры, рядом с той, которой фасад упал. Вот. И стала течь. Как дожди, так мы на тазики поставлять. Никто ничего не делается. Ваше строительство, ваша квартира приватизирована, делается своими средствами. Все. А зачем тогда капитальное строительство? Фонд капремонт. Пришли, снег скинули, пробили крышу еще больше и ни с тем, ни с тем уехали. Ну что, да я уже вижу. Нас расселяют с 14 года. Дом старый, дореволюционной постройки. Крыша вся течет гнилая. Все рушится, кирпич уже труха. 24 год. Вопросы есть? Да. Вопросы есть. Уважаемый Роман Викторович, жильцы дома после вчерашнего случая обвала фасада обращаются к вам с просьбой, слезной. Помогите, у нас осталось здесь 6 или 7 квартир всего жильцов. Люди пожилые, которые здесь родились, выросли. И дом наш просто превращается в труху. Конечно, архитектурный памятник, но если бы за ним поддерживали, ухаживали, ремонтировали фасады, ремонтировали крышу, он бы мог еще простоять. Потому что история дома очень интересная. Раньше здесь во дворе были фонтаны. Жили сестры Ленина. Верхние этажи сдавались под гостиницу. Нижние этажи, здесь были столовые, прачечные. История дома очень интересна. Но эта история практически разрушилась. Как жить людям в таких условиях? Канализация забивается, дом разрушается. Скоро листы, которые уже разваливаются с крыши, будут слетать. Дожди, были сильные дожди, зимой таяние снегов. Квартиры заливало водой. Кирпичи все мокрые от этого кладка, поэтому он и разрушается. Жалко, конечно, здание хорошее.
Помогите жильцам.